Здравствуй, любимый зритель! Ты слышишь Алексея Халецкого, а это значит, что ты на канале Лёша Играет и смотришь партию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm за Канаду. Если ты не видел первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Посчет не забудьте, пожалуйста. Кто-нибудь посчитает? Нет? Давай. Раз, два, три. А, Хорды Сакса, не просто вижу мешкольца, прямо около него стою сейчас с моим юнитом. Куда мне идти? Наверное, аквакультуру возьмем здесь. Справа от мешкольца. Ну, я справа от мешкольца вижу границы Бразилии. Так, кто у нас там впереди? Продолжайте в том же духе. Египет, Педру. Четыре клетки между вами. Давайте к Египту между отправлю. Америкой и Канадой. 180. 376. 380 в Эдфу. В Диере 268. Давайте... Нет. Ну чё, француз, продолжаем? Видишь, ты все-таки еще теряешь войска. Так, ускорили? Да, заработали Наска. О, религия и еда. Кстати, интересненько. Так, ну пошли вот эти города обращать, значит. Так, сейчас я буду покупать за Веру Апостола. Расчет не забудьте, пожалуйста, кто-нибудь. Ну и мне Ереван надо союз... Ну, сейчас двух апостолов я для укрепления религии возьму. А вот потом Ереван надо союзить, чтобы... О, тут лагерь варваров. Давайте туда сходим. Раз, два, три. Юнит разведчик. Нормально. Да, ясно, ладно, как обычно. Так, ну я уже за 23 хода до конца эпохи уже явно в героическом. Е-е-е. Встретил. Все, всех встретил. Так, давайте со Швеции открытые границы. Дальше с Бразилией открытые границы.
Бразилец, предложение. И с Англией. Открытые границы. Я потом просто на автомат поставлю этих скаутов. Ты уверен, что это бразилец кинул, а не... Американец, предложение. А никому? Американцу? Да мне пофигу. Англичане. Не, бразильцу я точно кинул, бразильцу. Кингстон обращен. Пошли француза обращать. Так. Покупаем апостола раз. Покупаем апостола два. Что в городах строим? Монумент, амбар не нужен. Блин, смотрите, как у меня долго строятся чудеса. Это просто какой-то мрак. Вообще нету производства. Давайте строителей, чтобы тут как-то леса обработать, что ли. Так, тут же холмов нету. Тут то же самое. Ставим на автомат исследования. Вернемся в город. Автомат. Так. Проповедуем верование. Что возьмем? Каждое священное место дает плюс... Нет, это хрень. Мечеть, здание, так, церковная собственность, когда вы отправите посла в город, он добавляет как 200 единиц религиозного влияния. Кстати, может быть. Плюс одна культура за каждые 5 последствий этой религии других держав. Бразилец, можешь подвинуть летучий отряд свой, который на кампусе стоит? О, плюс один посол в каждом городе государства, когда город впервые переходит в эту религию. Дополнительно ко всем послам получим заполнение здания. Может вот это... Ну, следующим ходом можно, если мне похожу уже все равно. Или плюс 2 к вере от каждого города. Давайте и религиозное единство возьмем. И... А, тут только здание можно теперь уже взять. Так. Плюс одна вера, три веры, две науки, плюс к жилью, к довольству. Я так и не взял, кстати, от тундры религию. Может, ее кто-то другой взял? Да нет, только православие было. Плюс одно к распространению. Давайте мечеть возьмем. Флотоводца. Ну, тут одного посла можно использовать. Так, а вот этот у меня без дела сидит. Этих послов. Блин, надо еще шпиона построить. Че, может, все-таки помиримся? Ну, типа, серьезно, может, все. Я отбился. Блин, а че я тебя кратчу до сих пор не это? Эти уже тоже не помогут, гвардейцы, потому что я уже в них выхожу тоже.
Ну не в них, но в полевые пушки. Содержание, кампус, бонус священного места, рационализм. Угу. Живи, цель наконец-то. Швеция, предложение. Ты как Порошенко, мира не хочешь. Тут надо. Там будет хорошее плюс 2. Что-то мало. Хотя тут я просто еще не поставлены эти. Не поставлены шахты здесь, не построены, поэтому так слабенько промышленная зона. Ну, в общем, план попробовать. Я правда не знаю, как на десятерых можно победить. Религии, но есть план попробовать. Религии нет. Веры мало на рок-группы. Там много веры-то и не надо. Они по 200 стоят. Нифига себе. Да. Куча моря. Там у них есть определенный куча шанс. Куча территории. Типа, а мне досталось какая-то хрень в всех полная. Местах, где у них прокачка, то шанс умереть намного меньше. Храм Махабодхи, двух апостолов. 16. О, давайте строить здесь. Храм Махабодхи. Так, в Монреале. Большой бассейн. Ну, кстати, а почему и нет? Давайте здесь построим. Ну, блин, рядом с Наска. И еще, как я понял, зависит от того, типа, если ты много в одной стране делаешь, то больше шанс, что они, типа, провалятся. Храм Минакши гуру дает. Все гуру, не знаю, гуру мне не надо. Плюс 20% в этом городе четырех монахов-воинов. Я бы Мон-Сен-Мишель... Ага, тут строится и... Что еще? Собор Святой Софии. Вот собор Святой Софии я бы построил. На месте риса, блин. Заключим союз. Жалко, станция, давайте, блин, наверное, давай, рабочего вырубаем тут риз тогда. И Мон-Сен-Мишель строим. Наука суп. Ну что, появился тут посол?
Науки у него нормально. А, я промышленную зону посадил. Давайте. Воевать смысл. Давайте купим мастерскую. По-моему, все-таки торговать выгоднее, чем воевать, ну, если ты постаиваешь в войне. Возьмем. Блин, ну. Не хочу. Я хочу сейчас с миссионерами. Тут миссионеры дешевле и ничего не это. Не обращено, так может, что я миссионерами вполне. Понимаю. Построим рабочего. Дальше в Квебеке храм завершен. Можно купить мечеть. Нет, нельзя. Дорого стоит пока. Тогда строим тут. Тут бы гавань. Кампус. Нет, давайте еще рабочего. Или шпиона, поверить, сколько там шпион строится. 8 ходов долго. О, блин, теократия. Ну, в общем, надо брать. Содержание юнитом плюс 4 к боевой мощи нерелигиозным юнитом против войск иноверцев. Забавно. Ну давайте, плюс счастье от гарнизонов. Строители получают бонус от соседства кампуса. Рационализм, ладно, пока так оставлю. Хотя, дополнительная вера от зданий в священных местах. Давайте посмотрим просто. Да, идет плюс 8 и плюс 4. Говорит, а плюс 8. А, это потому что от городов государства. Не, говорит, еще не пересчиталось. А, ну у меня тут нету 10 жителей. Где вот в Монреале надо будет сейчас посмотреть в начале хода. Да, тут прилично квери добавилось. Строителя. Вдруг переписывается, что я сейчас религии победил. Вот это было мудрое решение. Наконец-то всех встретил. Вообще, конечно, американец это очень заманчиво, но нет, я не буду этого делать, потому что в этом нет смысла. Города у тебя тоже так себе. У меня нет настроения вармонгерствовать, я уже устал от войны с французом. Блин, уменьшается. Жители уменьшаются. Хочу алькасары построить, чтобы
Точно, он меня не забрал в следующий раз. Ну а что тут? Мечеть уже куплена везде. Вот здесь не куплено. Да, надо было раньше в религию упарываться. Надо было раньше. Три ГГшки на религию, которые, конечно же, никому нафиг не нужны. Хотя арму он все взял Египет. Не знаю, зачем это Египту. Зачем он в религию пытается что-то сделать? Бразилец. Святую Софию. На чем вот Египет упарывается в религию? Типа защитить всю карту от моей религии, что ли? Ну это зря. Все гребаные эти ГГшки, блин, научные, я вообще не могу найти. Продаю инфу. За сколько? Или за что? А ты где сейчас находишься вообще? Где у тебя ближайшие твои? У меня на шведской территории один. И один над Элеонорой Аквитанской. Понял. За 200 монет скажу, где есть ГГшка. Кто-то скидку сделает. Еще какую скидку? Я отходил, повторите, пожалуйста. Ну, тут информацию подают за научные ГГшки. Леша хочет 200. Может, кто-то продаст за меньшую сумму? Информацию о ГГшке? Да, научные ГГшки. Это кто спрашивает? Конга. Конга, но я за 150 продам тебе информацию. Еще будут предложения? Меня слышно? Да. Да. И все, предложения не поступили. За сколько? Так, доплыл до другого конца, с юга до севера. Франция, Медичи за 150. Так, я при этом представляю себе, какая тут карта. То есть вот такой просто овальчик, видимо. Ну давай, через ход 2 самое еще похожу. Самое голимое место на этом овальчике дали мне. О, за 100 продаст. А количество, все научные ГГшки за 100 продаж? Сейчас скажу, сколько их всего? Их три. Ну, я думаю, здесь все. Ну, одну я знаю точно, и вторая, скорее всего, где-то там. Ну, давай. Да, ребята, ну все три за 100. Вы даете все три. Да, каждую за 100, ну, блин. Ну, ладно, как хотите, сами себе. Злые буратины. Ну, Египет. Силия, все три за 100? Ты священочку построить или продолжать тут клепать строителей? Отправил.
80 веры. Нормально я собрал. Храм завершен. Покупаем мечеть. Где еще? Вот тут, по-моему, я хотел купить. Так. Здесь храм. Строители завершили. Искренне чудо можно? Ой, ну, очень долго. Спасибо. Очень долго тут чудеса. И шпионы очень долго. Знаете, центр коммерции. В Монреале. Я жду тут чудо ставить, но, блин... Знаете, я лучше шпиона построю за 3 хода. Реймс обращен. Поехали в Кале. Так, я думаю, что тут на автомат пора ставить. Я не успеваю постоянно ходить этими юнитами. Американец, ты союз не хочешь заключить? Давай на следующий ход я предложу. Индустриализацию открыли. Надо фабрику тут покупать. Уголь у меня есть. Отлично. Что там по науке? Я явно где-то в жопе. Флип в новом времени. Хочу дождаться постройки этого храма Махабодхи. А, нет, он не дает то, что я думал. Двух апостолов просто. Ну тогда. Наска, должно сейчас быть 5 апостолов. 5 послов. Да, так и есть. И давайте мы одного сразу отправим еще. Так сделаем. Дальше еще 2 в Ереван. Америка дружбу кинул. Еще и болото можно будет осушить. Так, здесь шахты. Здесь лесопилки. Шахты. Рыбу обрабатываем. Да, 100 монет, ну а что поделать? Что поделать? Но к Виннипегу относится, что они хотят эти клетки он обрабатывать. Индустриализацию открыли. Что мне дальше открывать? Нужен ли мне паровой двигатель? Что мне вообще нужно? Научная теория. Ладно, давайте селитру откроем. Как всегда, без акведука. Так, Кале обращаем. Слушайте, давайте миссионеров делать. Поплывем в ту сторону миссионерами. У меня столько веры. Там никто религию не принял. Как
Кто у нас в уголь вышел? У нас только кто-то один в уголь вышел. Это кто? Я. Конго. В смысле, кто-то один? Смотри, сколько угля у людей. Почему только один кто-то в уголь вышел? Я смотрю по уровню CO2, там никто, кто-то один только на это нагадил. Да, просто не построил никто, зато уголь как минимум 4 есть. Там у Египта и Бразилии нормально так науки. Уже улетают ребята. Но с этим, к сожалению, ничего пока нельзя поделать. Это за счет ГГшек они, у них ГГшки синие сюзерально. У Бразилии гор много. Допустим, тут же район хочу поставить, коммерческий район. Да, это прилично. Ну, такое. Это норма, я вам скажу. 600 вход у тебя? Ну, имеет в виду вообще 600. Где Египет? Мне нужно срочно найти Египет. У него 600 вход, я буду у него воровать деньги. Надо делиться. Не надо быть таким жадным. Кто там скоро в спутники выходит? Так, вот и открылась кто? Возможность строить собор Василия Блаженного.
Британец, я за себя голосую. Я тоже. Давайте все проголосуем за Екатерину Медичи, так как она смогла отбиться от агрессии в награду за это. Ну, сори, невыгодно мне. Бразилец, тоже вкидывайся в Британию, то есть аж там союз с ними, наверное, нет? Не, у меня в Египет. У меня за Египет больше. Против Египта ты имел в виду? Почему? У меня почти все торговые пути к нему идут. У него денег очень много, он бы, да, наверное, стоило подрезать. Вы мне скажете, почему Швеция, Бразилия, Франция проголосовали за осуждение иудаизма? Потому что они антисемиты. Я тоже. А, я просто на рандом выбрал. Аналогично. На ком рандом? Там кучу голосов вы отправили. Нет, в смысле, там вы выбрали либо православие, либо... Рандом — это один голос, если отправить. У меня один. Вон этот американец в иудаизм 7 голосов запупырил. Вот он точно сидит. Ненависть такая. Нормальненько. Так, давайте мы в арму пересадим, видим. И не, в Женеве тоже надо. Так, если он так бежит, то давайте рапаную тогда. О! Могу свои эти хоккейные коробки строить. Блин, надо подождать. Надо подождать следующей эпохи. Так, мавзолей в Геликарнасе построил, я храм Махабодхи построил, получил двух послов. Благодаря Еревану я могу им любое повышение выбрать. Вот, давайте религиозный агитатор. Или передатчик. Давайте с утроенной силой. Так, а кто-нибудь где-нибудь видел варваров еще? Они существуют? Ну вот у меня 92. 428 денег в печи. А ну бля. Можно. Ой, я не знаю, где Англия. Добыть. Ты рядом с Америкой, да? Давайте в печи. Я рядом с Египтом, Бразилией. Ага. Ладно, пойду поищу. А, нет, я не пойду, там закрытые границы. То у меня Боудика, надо хоть ее слить на Тавара, видите. Вот все, американец, я к тебе буду Тавара бить.
Что, куда дальше? В химию? Они там, пускай улетают, а мы будем пробовать иудаизм принести в мир. Бар, водяная мельница. О, здесь еще уголь у нас. Ну, здесь собор Василия Блаженного тоже как-то... Француз, ты что, собираешься возобновить кампанию? Хотя... Пока нет. Давайте построим. 21 ход всего-то. Мне надо тут найти с этой стороны. О, а куда этот Тамерлан тут брасом плывет? Гавайские острова от португальцев. У нас есть в партии португальцы. Я что-то пропустил, походу, да? Может где-то есть Лиссабон? А, Лиссабон где-то есть. Да, Лиссабон есть точно. Вот что на нем. Так, давайте здесь отключим автомат, надо найти, где высаживаться моим миссионерам после кругосветного путешествия. Ждем следующей эпохи для строительства хоккейных катков. Леонора, предложение. Так, что у нас по культуре интересно? Ну, Конго всегда, как бы, вот еще и Клеопатра хорошо по культуре. Все остальные... Ну, у всех остальных хуже, чем у меня. Короче, здесь у нас явно Египет лидер. Ну, тут очевидно, что лидер Египет у нас. Потому что у него и науки очень хорошо, и культура очень хорошо. Так что сколько если у Египта науки? Науки 250. Науки. Культуры 180. И денег дофига.
То есть его никто не опережает по науке, никто не опережает по культуре. То есть это очевидный лидер. И вместо этого почему-то голосуете против моей религии, а не против религии Египта, например, и всячески его поощряете. Питание продлеваем. Да-да-да, поощряйте его. Забавно. Египет предложение. Если я тут построю, что произойдет? Вау. Слушайте. Так эти Наска замена прям. Франция, которая Медичи. Слушайте, я вам хочу сказать, что эти Наска, они очень такие нехилая замена Петры. Потому что, например, треугольник вот из этих Наска, он дает на пустой клетке пустыни две еды, два производства и две веры. Наска очень крутой город. Вместе с Петрой. Но если ты не построил Петру, то что теперь? Нет. Если бы был вместе с Петрой, было бы вообще офигенно. А на холмах я могу строить это? Ну, на пустынных холмах. Давай вот видеть. Так, Египет. Как вы там сладко сидите, что у Конга до сих пор ананасы ходят? Вообще не боятся люди. Что-то какой-то наезд сейчас странный был. Не, ну типа то, что Конга армию не эту. Нет. Он и правда... Чудительно, что я на третьем месте типа войска. Ну да, у меня мечники стоят, мечники, арбалетчики. Рыцари. Так, мне надо открыть что-то, что увеличивает... О, давайте паровую навигацию, двигатель откроем, две верфи. Для этого надо, по-моему, одна верфь у меня где-то строилась, да. А вот здесь, и вот здесь мы построим, собственно, 6 ходов. Может, купим? Купим. Забавно вышло, что мы две Франции граничат. На этом пока все. Продолжение партии за Канаду запланировано на завтра. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!